заканчивается на сегодняшний наш день, первая декада февраля подошла к концу. Сейчас отправится на отдых наш работник после долгого трудового дня. Смотрите, значит, что мы сегодня сделали. Сегодня было сделано очень много. Я переработал целых два хозяйственных двора. Один главный двор. Здесь мы поставили навески для техники, сарайчики, большие модульные гаражи, мойку, заправку, светильничками все это повесили. Вот, то есть так некоторое убранство сделали. Вокруг территорию тоже тут немножко подблагородили. Тут еще светильничку поставим. Немножечко, да, конечно, с этим светом немножко FPS-ки падают. Ну, не так. Почему я сделал два хоздвора? Для того, чтобы, во-первых, не заграждать все в одном месте техникой и объектами, чтобы было разбавлено. Ну и так будет, наверное, правильнее сделать загрузочные силосы на отдельно от основного хозяйственного двора. Так, а вот на втором хоздворе мы тут немножко решил я все-таки поставить вот эти хранилища для жидких удобрений, гербицидов, семянник, протравливатель, изготовитель семян. Да, немножко тут уже FPS поменьше, но может быть, если так все будет в дальнейшем не очень хорошо в плане FPS, мы, конечно же, все это дело упростим. Вот. Дополнительных мест для хранения извести и сухих удобрений я не стал делать, потому что у нас вот это мультихранилище. То есть все хранится будет здесь. Да, много света здесь, из-за этого, может быть, немножко падает FPS. Вот, то есть тут хранилище рассчитано на 800 тысяч каждого материала. Тут даже не все показано, все не уместилось. Вот. Хотел еще ворота поставить, но в конечном счете не стал. В общем, на карте это выглядит, они, в принципе, недалеко друг от друга. Потратились мы, в принципе, немного, ну как немного, ну в районе, наверное, где-то 380 тысяч все это ушло. Сейчас мы потом нафармим с помощью теплиц все это дело, и все будет нормально. Так, на карте это, в принципе, рядом выглядит. Вот этот вот кусочек стоимостью 66 тысяч он был, и вот, вот этот кусочек. Тут у нас рядом птичник, теперь поле номер 35 у нас будет нашей собственности. Рядом большое поле на 14 гектар, 665 тысяч стоит. Рядом еще одно большое поле на 9 гектар, тут 430 тысяч. Возможно, я их куплю. По крайней мере, 32-й надо покупать точно, потому что оно рядом с базой, и его очень удобно будет убирать. И вообще все, что с базой, в принципе, надо потихонечку будет скупить. Вот, вот это вот 28-е поле я уже присмотрел. Оно идеально подойдет для работы на нем с картофелем, к примеру. Вот 22-е поле, 20-е поле. В принципе, я не собираюсь так по всей карте покупать поля, потому что, ну, удобнее будет с более близкими полями работать. Вот, я не исключаю того, что вот этот участок в конечном счете мы тоже купим, где у нас хранилище бревен, и сделаем там небольшую, скажем так, биогазовую свою собственную установочку. Хотя наша биогазовая станция, которая расположена вот здесь, стоит 470 тысяч. По-моему, там она биогазовая расположена. Так что, что еще можно купить? Ну, в принципе, много можно купить. Дальше мы уже будем в следующем дне кормить животных. На птичнике поработаем. В общем, на всех
Вот еще вот это поле мы, наверное, приобретем. Потому что здесь нам нужно будет кормить наших свинок. И для того, чтобы обеспечивать чем-то, можно будет скупить это 22-е поле рядышком. Ну, в принципе, тут больше полей нет, там рядом леса. Стоимость довольно-таки серьезная их. 600 900. Вот тут, в принципе, можно будет поставить в дальнейшем какое-нибудь производство. Ну, например, бойню, а почему нет? Рядом свиноферма, бойня, все рядом. Да, конечно, было бы интереснее по логистике закинуть ее куда-нибудь подальше, чтобы можно было возить этих самых свиней на бойню, да? Ну, видно будет. Посмотрим. Так что сегодня у нас вышел такой строительный бум, я бы даже сказал. И все. Идет наш фермер отдыхать. Ну и мы тоже немножко отдохнем. Так что до следующей серии. Всем всего наилучшего, всего хорошего. Играйте в Farming Simulator 2019. И в 17-й играйте, и в 13-й, если кому. Так уж оно, как мне по душе. Farming Simulator остается одной из лучших игр. Это точно.